друзья, всем привет, меня зовут Алекс Суворов, и сегодня я приехал на ВДНХ, это выставочный центр. Здесь сегодня будет, точнее было вчера и сегодня, выставка инновационных технологий. В общем, не знаю, что там будет, обещают интересные технологии, дроны, все как мы любим, 3D принтеры и всякое такое интересное, поэтому... Друзья, предлагаю пойти посмотреть. Как бы удовольствие не самое дешевое, честно говоря, но ну, за такую выставку. Но про мне просто реально интересно, что там действительно будет. Поэтому пойдемте заценим. Вот. В общем, сегодня у нас... Я планировал быть еще вчера. Вчера была суббота, но как-то не получилось, не успел. Вчера была ужаснейшая погода. Сегодня погодка получше. Вот, настроение такое повеселее. Поэтому предлагаю пойти и посмотреть. Есть еще и прокат электротранспорта, на который я тоже планирую в скором будущем покататься. В общем, есть некоторые идеи по этому поводу. Я надеюсь, кого-нибудь возьму еще с собой. Мы возьмем что-то интересное и покатаемся. Вот. Но сегодня мы пришли не за этим. У нас, по-моему, третий павильон. Где-то он должен быть. А, нет, он дальше. Достаточно много людей сегодня здесь в выходной день. Так, по-моему, я нашел павильон. В общем, идем сейчас посмотрим. Вот он, наш павильончик. Называется выставка Innotech Ukraine. Что это за недоразумение? Печалька. Всем, друзья, прошел я в демозону. Вход все-таки больше, чем 100 гривен, 150, мне кажется, очень дорого. Вот. Ну, тут, в общем, есть стенд DJI. Вот. Phantom 4 просто я. И Inspire, ну, правда, первого поколения. DJI Osmo есть. Сейчас пройду, посмотрю, что еще есть. Но, честно говоря, павильон небольшой. И, о, смотри, какой робот. Давайте будем его портить. Вы работаете, ставите ваты. Давайте, пожалуйста, будем его. Давайте, пожалуйста, будем его.
Предлагаю батарейки вынуть. А вот я же говорю, блин, можно батарейки вынуть, и танец закончится. В общем, интересная идея сегодня черпанул. Это ребята используют дроны не для съемки, а для обычной фантомы, для того, чтобы просто делать необычные поздравления с неоновыми диодными лентами. Вот, и типа поздравления, признания в любви, там еще что-то такое. Очень интересно, я, наверное, возьму себя на вооружение. Честно, что стоимость одного поздравления от $50, как бы такая стоимость типа не маленькая. Вот, поэтому я чувствую, что нужно себе такое на вооружение. А еще интересный робот, который только что ходил, там вообще ощущение, что на самом деле им управляют с другой стороны. Ребят, как можно было на Тесле сделать вот такое и вот такое и вообще вот такое вот? Это такая дичь просто. В моем детстве было просто Лего, но теперь Лего походу автоматизированное полностью. Вот, в общем, ребятки собирают уже с электроприводами, со всеми делами. Вот только посмотрите на это. Я уже с выставки, друзья. Я вам скажу, что достаточно дорого выставка стоила, скажем так, за то, что на ней было представлено, всего-навсего в одном павильоне. Да, возможно, были интересные вещи, как стенд с дронами там, или роботы, или вот это Лего, которое автоматизировано уже там для сборки, кстати, там мастер-классы для детей. То есть это реально крутое занятие, именно вот чем можно заниматься с детства. Какое-то хобби, но сказать, что прямо что-то мощное, инновационное, что-то необычное, ну ничего прям такого сверхъестественного не было. Да, я для себя взял крутую идею с дронами в плане поздравления, не только съемка, а поздравления с там с этими с неоновыми лентами и диодными, которые там слово написал, и можно там какой-то внезапно поздравить, или реклама какая-то, чего-то там, да. Вот, в общем, это как бы идея действительно крутая. Вот, увидел, пощупал Mavic. Mavic мне очень нравится. DJI Mavic очень-очень крутой мобильный дрон, который очень действительно маленький, можно так в рюкзак свой запихнуть и куда-то понести. Очень крутая вещь, но пока дорогая. Пока дорогая, и, в общем, может быть, возьму, но не сейчас. Вот, сейчас другие приоритеты. Я бы взял бы 4 Pro Phantom, что-нибудь такое для работы. Вот, поэтому, думаю, Mavic попозже. Вот, если, тем более, может быть, его обновят или что-нибудь еще новое выпустят. Ну, в общем, DJI же в своем стиле. Вот, друзья, ну,
особо я остался доволен, как бы идеи какие-то черпанул, но я не думаю, что видос, конечно, получится чем-то таким особенным. Ну, просто вам покажу, что было. Может быть, будет не сильно он длинным. Вот. Но если вам понравилось, друзья, можете поставить лайк, подписаться на канал и подписаться на мой инстаграм, который будет в описании и здесь внизу, в этом кадре, вот тут вот. Вот, друзья, поэтому следите за моим каналом, будет еще много интересного. И всем пока.